Я не знаю, еще не понял. Это, наверное.
Ой-ой-ой. Да, зыбучие пески, блин, сыпучие. Так, ладно, пора открывать пивасик. Без пивасика я это не пройду. Жесть, он дамажит. Подходите на мою территорию. Не оборачиваешься. Thank you.
стрелять или что здесь? Название, блядь. Там пипец вообще реально сложняк. Там вот эти глотками колдунчик там. Ой-ой-ой-ой, ну началось. За потолок или что? Ни хера он не цепляется. Очень круто. Тайминг. Подскажете мне?
даже не знаю, что вообще, зачем эти шарики брать, что они дают. Здесь вообще, а? Есть два уровня я прошел. У меня от этой музыки уже голова болит, блять. Блин, я в прошлом году сразу после Нового года заболел. Я думаю, может, витамины каких-нибудь выпить. Ну так, для иммунитета.
Ой, а вы же все видите, где я тут лазю. Сейчас как? Так, все. Сейчас вырубишь с возмущением пойдут. Все, захват экрана нафиг. Так, ну чё? Чё поделать-то? Вы собрали новогодную елку плюс 20 тысяч денег, плюс 50 производственного опыта. Вы нашли под елкой коробку с подарками. Набор инструментов. Ух, ниш. Уф. Без такого музона. Давай что-нибудь. Но без такого музона, который по голове рубит. Да в персонку бы доиграть. Ну как сказать, доиграть. Салыш. Набор инструментов не трогай. В смысле? Это мой подарок на 23-е. What? Что, блядь? Мне в ганже, в моей зеленой страничке пришел подарок. Набор инструментов. Я про это вообще. А, Владимир Путин стал самым обсуждаемым человеком ВКонтакте, пользователь в 12,6 миллионов раз. Ага. Так. Надо собираться скоро, по сути. Там вроде бы до 8. Уф. В 5. Ну а сейчас что? Персонку дальше крутить. Я не могу найти логово Баффи. Нам нужно. Ну это надо перезайти тогда. Кто это мне скинул? Это должны увидеть все.
Заправка, конечно, очень угарная. В смысле я где? Уже все. Реально, я тебя... Ау, 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 ау. Реально, блядь, ты молчишь, на. Че это за кидалово, а? Ты меня че... Развести захотел, что ли? Да и какая разница, где ты? Я играл, тебя не было. Три уровня прошел. Три уровня прошел, а тебя нет. И зачем это все? Зачем ты так поступаешь, а? Валяюсь, мало. Что значит мало? Я прошел бы уже, не знаю, 6. Тут ты просто... Ты разводишь. Ты разводишь людей. Алло. Ну. Первый, что буду бухать? Ну, наверное, вискарик. Или Бакарди, я не знаю. Так, а вы что будете, скажите? Ты водку, жена вино, я. Ага. Все будем все по-разному, короче. Я думаю. Может, мне самому на себя взять, ну, бутылочку? Толковый. А что у нас толковый? Да я не знаю даже. Ну или, блин, Новый год. Чё взять? Чё взять? Блять, Вильям. Ну, сука, подороже вискарик брать, ну, на одного себя. Ну, чё себе такого? Да. Да не, Бакарди, я думаю, блин, 0,5 будет нормально, даже вот, или 0,7. Ну, 0,5, да, она должна стоить до 800 сейчас по акции. Ну, это в пятерочке пока. Давай, давай, ага. Я часиков в 5, наверное, часиков в 5 буду... Ну, наверное, или в 5 поеду, или в 5 буду собираться, в 5:30 поеду. Я позвонил, сказали до 8. Давай. Давай, целую, ага, давай. Давай. Так что Корбан Даллас, мотивации нет. Наебалово только есть. Не делай это. Прям перед праздником, тут с наступающим все дела, а ты вот так вот поступаешь. Подарков нет. Шеф, что ли, звонил? Почти. Воу-воу-воу-воу! Дай-ка я заморочусь, посмотрю. Да. Да. Это охуительный. Все есть. Головки до 13. Все тораксы есть. От маленького до среднего. Клево. Биты есть крестовые несколько видов, шлицевые несколько видов. По-моему, даже какой-то шестигранник. Обалденное. Вот это обалденно. Да. Блин, просто классно. Вот этот наборчик, да. Ну, правда, он светленький, там он прям черный какой-то. Плюс какой-то карбон там присутствует. Но это фиг с ним. То есть, ну, вот такой наборчик вообще огонь, да. Давай даже захват экрана возьму. Вот этот набор, да, просто заебись. Кокринги выбираю, конечно. С нами лучше не балуй, лишь бы цел остался. Ох, сука, я бы в рифму сказал. Ох, сука, я бы в рифму сказал.
Бля, это самая, наверное, охуенная сцена битвы. Вот просто топ, наверное, 3 из всех фильмов, которые я только видел. Одна и вот из самых охуенных, вот просто. Так он им сейчас наколбасит. Мне так нравится, как он просто им сейчас напиздячит. Просто муа! Такая вертуха вообще. Просто прямого с пятки. Уф. О, блин. Это просто. До сих пор аж до мурашек. Меня вообще не заблочит за то, что я тут видосы смотрю, а? Слышь, Джеффри, это нормально? Ерема так делал? Ну ладно. Чё, может это самое? Бэнг-бэнг? Ганг-бэнг посмотрим какой-нибудь? Твой любимый. Да не кажется, сука, А, контент. Бенни Оркидеса я скинул. Это в красных штанах, который был? Сука, конченый просто. Или как в армянском кинематографе. Или с мамой завтра тоже будет. Это что-то типа, что было дальше? Трек обалденный, Ханс Зиммер Тайм. Это, наверное, самое клевое мотивирующее видео вообще, вот я считаю. Но я не буду его смотреть, потому что я сейчас замотивируюсь и пойду на турничке висеть. Голубочки, красавчики. А чё там? Прям так и писать, да? Как ты вот написал прям по-русски, да? Бенни. Или как-то по-английски. Если там контент негодный... Где ты есть-то? Ну скинь еще, блядь, я тебя не вижу. А, ёпта. В самом верху, блядь, не смотрел. Мы же женщины, его оставь я. Он не слишком крут для тебя. Слишком. Но ты справишься. Иди. Скажи, чем-то на Малахова похож. Между Малаховым и... Как его зовут?
сука, забыл, как его зовут. Хорош с локтя вообще. Вон колбасит вообще. Уф. Грут. Успокойся. Расслабься. Думаешь, что это тренировка? Еще раунд. Нормально, такой лещ с ноги. Просто леща с ноги. Ну, на. Да у него ж там щи над тобой, прям щи ему дай. Вот тебе и тренировка. Отлично. Попался. Нужно больше тренироваться. Устаю. Да. Ой-ой-ой. А кто такой Бенни Уркидёс? Это он, вот этот? Какой удар. Молодец. Все щи синие, пипец. Американский чемпион по кикбоксингу, профессионал, постановщик боевых трюков для кино и киноактера.
Ну, ему уже 67. Ну да. Крутоват, чувак. Правда, сейчас он выглядит так себе. О! Фуф. Что у меня еще есть интересного? Потихонечку переплываем в другой контент. Не, спасибо. На моем канале как-то это не приветствуется. Так. Вы что делаете, пацаны? Стивен Сигал против Чака Норриса. Я думаю. Угу. Все, колочки там возьмешь? Или просто, чтобы тебя не тащить, я могу взять там, не знаю. Ладно. Давай, ага. Давай. Спасибо.
Играть пошли, хватит фигней страдать. Да сейчас Серега придет с магазина, мы с ним сыграем, и я уже собираться буду. Начать без него. Но это надо стримчик мне перезапускать.